Всех приветствую на своем канале. Сейчас уже видео заснял, посмотрите. Очередной рабочий день. Сегодня у нас 24 февраля. На газели возили кипы на продажу и увидел такую технику, УАЗик с отвалом. То есть отвал самодельный на лебедке. Ну, так снял для коротенькое видео, обзорное, спонтанно для канала, чтобы как бы у нас и было и такие варианты. Мне понравилось, то есть принцип изготовления для себя как бы нормально все сделано. Так что смотрите, кому понравится, лайки, кому не понравится, дизлайки, пишите, комментируйте. Ладно, смотрите. Всем привет, сейчас покажу такую. Карин стоит на УАЗике. Это поле спас, а здесь приварили на сквозь, что ли. И маленькая двухтонка. Здесь сделано плавающий низ, чтобы, наверное, смягчить удары. Рамка, не пойму, жесткая. Здесь поворотная сделана на отвале. Само отвал, по-моему, да. Это со старого. Рамка не сдвигается, здесь она висит. В принципе, нормально. По-моему, растяжки, чтобы выше, что ли, задирать или ниже. Зачем они? Подогреватель, что ли, стоит там. А у нас он, в принципе, все пойдет. Подогреватель, горелка, зубаста, что ли, не пойму. А здесь видно будет, не видно, как сделано. Ну и не на плавающий, а просто палец. А так это плавающий тоже есть. Прикольно. Ну не прикольно. Бим! Бим! Бим!